Свершилось чудо, ребята, и у меня на эмуляторе начали отображаться здесь дракончики. Итак, у нас дракон недели, это китайский. Я, в общем-то, сейчас и как раз, по-моему, одну или две попытки сделал. Яд плюс кипение, прошлой неделе у меня не получился. Лилит я еще не начал выводить. Так, ну, пока что время есть, как говорится. Кстати, да, за 596 можно даже его купить. Прикольные стихии, блин, свет, тень и огонь, вообще зачетный, прикольный. 72, так, эпик, ну хороший эпик, кстати. В общем-то, стоит попытаться его повыводить. Так, что у нас есть здесь? Виповский билет за 250 еды. Конечно, скупаем все, что есть. Светильники, ну дают, дают, бери. Золотая беседка, ну не знаю, можно купить. Фонарик. Давайте накупим фонариков. Офигенно, может когда-нибудь, через 1000 лет, я сделаю какую-то красивую аллейку. Она ж типа уникальная, наверное, эта штука. Ну и пару гонгов купим. Ладно, давайте еще пару беседок. Ну, в общем-то, вот так вот. Взял и скупил все, что было. Прикольно. Особо толкового, конечно, ничего не было. Награды за акции... Год свинки. А, так это я только что очки вот эти вот насобирал. О, прикольно. Вдвойне прикольно. Я думал, это украшение какое-то. Это какое-то украшение. Так, ну вот, да, у нас помощь соклановцев, игроков, друзей, да, вот это вот помогает сокращать время. Это хорошо, это нас радует. Давайте сейчас заглянем. Ну, как вы знаете, у нас идет акция Год свинки. Также участвовать, выведите как можно больше драконов. 18, прикольно, то есть мой счет 0, и я на 18 месте, то есть еще никто в эту акцию не играет. Забавно. Также у нас копилочку можно выиграть в рулетке. Ну, я такие задания не люблю, это, блин, скукотища, смотрите одну рекламу. В год свинки, ну, так себе, особо тоже активно не играю, ну, награда, ну, какая-то дичь. Ну, что это, эпическая свинка, ради, ты должен там 8 дней у нас эта акция шла, по-моему, 8 или 9, то есть надо себе попурвать, чтобы эпическую свинку только получить. Ладно, там были божественные, легендарные какие-то драконы, это еще, и даже нефритовые. Блин, это собрать все пазлы. Ну, короче, в общем-то, такая себе акция. Но вот этого дракончика я получу, конечно. Дзянь! Прикольный. Что у него тут написано? А, это китайский символ какой-то. Когда очаровательный дракон Дзянь парит среди облаков, будьте предельно внимательны во избежание случайных столкновений с другими тренерами драконов, которые не могут оторвать глаз от этого невероятного зрелища. Ну, такое себе. У нас, конечно, год свиньи, год оранжевой свиньи. Я так потихоньку выполняю, но, опять же, да, много времени я пропустил. Так что на особые призы не рассчитываю. Ну, видите, а вот здесь до сих пор, короче, глюки. Но свинка прикольная. Свиночка. Давайте сделаем скриншотик. Так, куда пойдем? Направо пойдешь, свинью потеряешь, налево пойдешь, копилку потеряешь. Так, ну давайте сходим направо, налево. Посражаемся немножко. Здесь вроде как с стихиями у меня все в порядке, я попадаю без проблем. Ого, практически за один удар. Это хорошо. Также у нас есть еще дракончик месячный, да, дракон прошлого месяца, который у меня получился, так что мы на него тоже посмотрим. Так, ну это, наверное, следующий сундук уже не хватит. Ух ты, прикольный дракон. Мы его контузили, вот этот дракончик, я такого раньше не встречал. Ребята, как зовут вот это вот, розы... О, сердечко, дракон-сердечко, забавно. Черт, не та стихия, ну ладно. Вот так. Прикольный дракончик был. Ну тут опять, сколько? 800. Ну 800 у меня уже нет, уж извините. Извините, простите, что поделаешь, так получилось. Закончились наши очки. Да. Ну, 6 дней. Не знаю. Ну, наверное, может, и успею получить 6-го. Ну, короче, я тут особо не стараюсь. Не стараюсь. Итак, у нас еще есть, ребятки, дракончик сегодняшний. Та-дам!
Это легендарный дракон ОВД прошлого месяца. Темный лед. Давайте разместим. По-моему, у него были неплохие стихии, если я не ошибаюсь. Да, все, не хочу я смотреть, все равно ни черта не видно. Вот так. Вы получили нового дракона. Рев ветра среди одиноких заброшенных утесов может быть кличем дракона темного льда, который охотится на тренировчих сердцах, поселило зло. Видите, детишки, как важно быть хорошим. Ну да, это напоминает про, сказку про снежную королеву. Так, секунду. Так, я вернулся. Ну, в общем-то, да, здорово. И что нам дали? Один алмаз и два свитка. Такая себе награда. Так, что мне тут, ребята, помогают ускорять? Ух, на 5 минут кто-то. А, тут 40 минут. Так, ой, тут помогли ускорить 15 минут. Так, ну, это мы все уже прокачали, да? Все у нас усилено. Хорошо, давайте будем качать дракончика темный лед. Кормить. Ну, опять же, сейчас, наверное, не буду его раскармливать. У нас пока идет акция. Чтобы еду... Буду его под акцию подкармливать. Ну, выглядит неплохо. Хороший такой дракончик. Темный лед. Переименовать. Не знаю, что там мне... Русским здесь печатать нельзя или можно? Можно. Кай. Пусть будет Кай. Так. Хороший дракончик, да? Тренировка. Черт, я не хотел его тренировать. Нет. Да. Я хочу выйти. Кормить. А, чтобы пробудить, да, нужно... Давайте зайдем куда? Зайдем в колдовство. Колдовать. Колдовать, выбрать легендарный. Он у нас самый слабый из легендарных сейчас. Ну, не считая оленя первого уровня. И какие у него стихии? Пустота и... Это металл. Такой серенький. А ну-ка. Или... свет. Это свет у нас такой серенький. Металл более темный. Свет, да? Это у нас свет и пустота. Легендарный свет плюс пустота. Такие вот у нас стихийки. Кормить. У меня 81 такой обычный осколок. Давайте глянем, что у меня по осколкам легендарные. Ну, такие вот, да? 70-24, ну потихонечку, да, так, мал-помалу собираем. Ну, опять же, даже вот эти осколки тратить на простого, ну, на дракона, которым я не пользуюсь, не особо охота. Вот простых дракончиков можно колдовать, да, без проблем. Без проблем. Так, что у нас тут? Ты тут что место занимаешь? Продать немедленно. Также, ребятки, кто глазастый, тот молодец. Я, по-моему, получил новый уровень, да, 104-й. И у меня, наверное, должно появиться жилище новое. Так, а тут не пишется, что ли, ограничение? По жилищам нет, это в магазине видно, это ограничение. Где-то же оно еще было, видно. Жилище. Два жилища я могу построить. Ю-ху-ху. Ю-ху-ху. Так, что у меня есть в заначке по зданиям? У меня есть вот легендарное жилище. Давайте его куда-нибудь разместим. Ух ты, паровозик подудел. Так, это убирается. 18 миллионов. Давайте, ладно, это тоже уберем. У меня было 100 миллионов, блин. Вот это я потратил 60 на вот расчистку очередную. Это хорошо. То есть я еще могу какое-то жилище построить. Ну, посмотрим, какое нам будет... требоваться. Здесь стихия, энергия и металл. Мне вот даже скрипку, по-моему, некуда двигать. Да, все жилища заняты. Энергия, металл. Дефицит, ребята, дефицит. Блин, а, конечно, тратить осколки, но
Блин, а может и буду тратить все-таки. Даже вот эти вот улучшалки 500. Пока что у меня нет того божественного дракона, которого я бы хотел качать там супер как-то сильно далеко. Не знаю, может и буду тратить вот эти вот очки, которые зарабатываются на колдовской арене. По крайней мере, на один уровень можно и потратить хороший осколок. Так, ну что, давайте зайдем на арену. Мы давненько сюда не заходили. Давайте будем смотреть. Лучший защитник 42 уровня. Вы серьезно? Are you serious? Ладно, погнали. Что-то мне кажется, здесь какой-то обман. Здесь вообще-то и тигр, наверное, смог бы пройти в одиночестве. С усилениями. Ну, блин, капец, минус 15. Всего лишь минус 15. И такой слабый противник попался. Днем с огнем такого противника не сыщешь. Вообще осень даже не почувствовала, что ее бьют. Андреа М против нас играла. Ух ты! Прикольно, сундук. Давайте сделаем скриншот. Чуть я не помню, чтобы было на таком фоне такой сундук. Поменялась эта картинка. Да, это мы так давно не играли на колдовской арене, что я даже не видел вот эту вот картинку. Боевой сундук нам нужно сегодня открыть. Для этого нам нужно найти 56-й. Вот это уже, я понимаю, достойные противники. Но мы ищем самого недостойного. Да? Ищем самого недостойного. 54-й факел. 55-й. Миха мне, по-моему, да, самый слабый остается. Так, металл, энергия. Металла у меня много. Ну, погнали. Справимся. 50-й на все звезды. Так, только не говори, что ты вот как бы... У вас все такие будут 50-е. Походу, да. Ну мы пока за один удар справляемся. Блин, ну так и знал. Ну что ты будешь делать? Крепкий какие, дракон джунглей, смотрите. А, ну я ж без усиления. Так, вот, 50-й на 3 звезды. Этого так справимся. Это у вас Локи, блин, прикольный дракон, да? Неплохие стихии, вот. Это такой же, как осень, да, только божественный. Так, ну так давайте. Хотя, подождите, я бы его легко пробил. Он же 50-й на все звезды. И вот 50-й, да? Не знаю, интересно, справимся, нет? А, интересно, это считается, что я потратил, да? Если даже я не воспользовался этим усилением. Скорее всего, да. Так, еще один бой, и будет у нас сундук. Но мы не остановимся, пока не проведем два боя. Блин, 65 уровень. Минус 16, лучший защитник 50. Это значит легко справиться. И вот так вот. 50 на все звезды. У меня 55 почти на все звезды. Это изи катка. И даже возьмем более слабое усиление. Прикольный. Это, блин, божественный. Не помню, правда, как зовут его, но... Ладно, думаю, справимся. Я без двух драконов. Пэрот и пират. Пират и пэрот. Попугай, в смысле. Демон. Изыди. Прям в Дум захотелось побегать, нашинковать демонов. Сорок четвертый ни о чем, энергия. Ну и 50-й против 55-го. С
Справимся. Давид против нас играл. Боевой сундук нам уже доступен. 10. О, и 3 хороших осколочка. Это круто. Смотрим. А ну? Ну, такое себе. Такое себе удовольствие нам попалось. Блин, ну да, тут на минус 25, конечно. Тыщеночку мы сейчас не наберем. Лучший защитник 54. Ну, тут трабл с этим справится. Трабл, трабл, как было, это есть такая песенка, да? Да, думаю, этого хватит. А, хотя, может и не хватит. Давайте все-таки возьмем усиление посильнее. И опять я забыл взять дополнительных драконов, ё-моё. Также можно и проиграть. Все-таки давайте возьмем как надо. Пятьдесят четвертый. Вуаля. А это легкотня. Еще один китайский дракончик, да, похож по раскраске на тот, который у нас в акции на 6-м этапе. А, тут легкотня. Вообще легкотня. Рокер. Хороший эпик. И редкая бомбочка, да? И 2 божественных кусочка. Ну вот так вот, как бы мы тут неплохо посражались, ребятки. Так что вот такие вот дела, не знаю. Как вы думаете, да, дойду я, то есть смогу пройти 6-й этап или не смогу? В общем-то, давайте свои предположения навангуйте в комментариях. На этом я с вами, ребятки, прощаюсь. До скорых встреч.